Улыбнитесь. Ку-ку. Вот такой вот у нас отдых. А куда вы идете? Танюшка, Антон. Мама. Повернитесь, привет. Мама, а что вы тут? Привет, единорогов. Да-да. Сафари-парк Микяны. Смотрите, это мы приехали на трех великах. Привет! Стоим на высоте 50 метров над уровнем моря, что тоже красиво. Наша лесная полоса препятствий. Таня, свистни им. Почему? Таня, скажи привет! Пока ползут эти старшие, младшая уже там. Если тебе, Таня, вот там съест... Почти, Таня высоты уже не боится, это мы уже поняли. Вот, поэтому... Так теперь одеешь. Точно так же, да? Говорись. Ой, мало. Анечка, ты откуда у нас? Шлем. Папа, папа. Ну и все, пробочка была. Ну все. Алло! Ух ты, Таня! Опа! Пошла! Это все. Ну давай, оп, выпрямляйся. Перехватывайся. Ручка вторая. Вот. Молодец. Всех в альпинисты, молодцы. Посвящение в туристы. Танюшка. Так, так. Ты бы тоже не залез. Конечно. Это каждый сможет, скажи, легкотня. Слабо так. Поехали, только ножки подгибаем. Я понял. Потому что с вашим ростом. Вперед! Ага!
рукой дотронулся сверху. Сверху рукой. Есть, топ. Все, теперь ручки отпускай. Просто руки отпускай. Вот так. Улыбочка. Ух ты. Маханулась ты хорошо. Осторожно. Ножку чуть-чуть выше. Вот сюда вот. Давай. Держись, Таня, сама. И ножкой выпрямляй ногу. Давай. Выпрямляй ножку, отталкивайся ногой. Тянись, Таня, давай, ты можешь. Лицом ударил. Ножками чуть оттолкнись от этого забора. Вот так, иди. Вот так, молодец. Вот. Молодец. Опа. Оба-на. Все. Наш отель. Шале. Там огромные кувшинки! Да, посмотри.